Здравствуйте, дорогие тельцы! Приветствую вас на своем канале. Астрологический прогноз на октябрь 2019 года для вас. В этом месяце Плутон разворачивается в прямое движение. Это планета масс и поколений, поэтому почувствуют это влияние прежде всего те из вас, кто в возрасте, кто уже 40+, а также те, кто имеют много власти в нашей среде, в нашем обществе. Это время, когда власть имущие проявят себя наиболее активно и мощно, поэтому, возможно, вы будете слышать множество новостей политических или о каких-то событиях, которые потрясли всю Землю, и все об этом говорят. Для вас, так как это девятый дом, скорее всего, будут новости из-за границы. Возможно, в иностранном государстве произойдет какое-то значительное событие, которое окажет на вас влияние. Поэтому, если у вас есть родственники за границей, передайте им информацию о том, что какое-то стихийное событие может произойти. Это стихийное событие может быть как политическим, повторюсь, так и в более негативном ключе, к примеру, какое-то стихийное бедствие. По Плутону возможно извержение вулканов, а также землетрясения. Под Плутоном идут все страны, относящиеся к нефтедобыче. Поэтому, если у вас есть родственники в стране, которая зависит от нефти, то, пожалуйста, передайте им информацию о том, что какие-то, возможно, либо политические, либо финансовые происшествия, да, например, обвал курса валюты и так далее. То есть вот такие массовые явления. Также это и социальная политика тут же, да, какие-то, возможно, вопросы, связанные с пенсионными реформами, поэтому и на вас это больше повлияет, если вы пенсионер, повторюсь. В этот же самый день Меркурий заходит в знак зодиака Скорпион. Скорпион управляется тем же самым Плутоном, поэтому вот такая интересная картина у нас вырисовывается. Плутон разворачивается в Козероге, в знаке власти и государства и управленцев, а Меркурий входит в знак зодиака Плутона. Поэтому, прежде всего, информация, много информации, информация о финансах, а также о документах будет приходить к тем из вас, кто занят в работе на государство, и все государственные служащие, естественно, и также для тех, у кого свой бизнес, и вы в какой-то степени конкурируете с государством, либо государство оказывает на вас давление. Здесь вопросы налогов встают остро, поэтому не буду комментировать даже слишком много этот вопрос. Думаю, вы все понимаете, о чем идет речь, да? О налогообложении и о налоговой политике государства и вашей политики финансовые, налоговые, лично ваши, если вы бизнесмен и у вас своя фирма. Обратите внимание, граждане иностранных государств, которые, если вы работаете не в своем государстве, то же самое, да, возможно, у вас каким-то образом будет задет этот вопрос, и даже если вы не работаете на родине у себя, возможно, вам нужно будет какой-то долг родине отдать в виде денег. Также для кого-то это может быть призыв на военную службу, это уже информация для молодых людей. Но Меркурий у нас и есть планета юношества, молодости, поэтому даже если вы сами уже не призывного возраста, но у вас есть, к примеру, сын в этом возрасте, также, возможно, здесь будет какой-то призыв или необходимость, или кто-то, может быть, пойдет в военную кафедру и что-то вот такое, связанное с необходимостью отдать долг государству, в котором вы живете, либо государству, из которого вы приехали, либо государству, на которое вы работаете, если вы работаете на иностранное государство. И то же самое, если вы работаете в иностранном государстве, но все-таки на свою родину. Надеюсь, я вас не запутала. Единственное, что вы должны запомнить, что какая-то трансформация происходит за рубежом, либо в делах, которые связаны у вас совсем зарубежным. Это первый момент. Второй момент по девятому дому – это вопросы образования. Поэтому кто-то из вас возобновляет образование, а кого-то, наоборот, отчисляют. Кто-то идет, вот повторюсь, военная кафедра, кто-то
в аспирантуру, а кто-то напротив решает, что зачем оно мне надо, если я могу идти работать и уже зарабатывать хорошие деньги. Второй момент – это образование. Третий момент по девятому дому – это вопросы личные. Второй брак – если вы долго, к примеру, не могли оформить документы для того, чтобы заключить брак за границей, скорее всего, здесь по развороту Плутона 2-3 октября это все произойдет. Оформите документы и сможете заключить брак. А может быть, напротив, ситуация такова, что вы поймете, что не сможете вы побороть бюрократию в своем государстве, либо в том государстве, из которого вы приехали. Никак вам не переделать документы, поэтому придется вам жить в гражданском браке, не в официальном, потому что не можете вы решить вопросы документальные, ну никак. По крайней мере, здесь вы предпримите еще какую-то попытку, возможно, подадите еще раз какой-то запрос, к примеру, на визу или еще на что-то, на оформление. Кстати, здесь возможно и двойное гражданство, если вы живете в такой стране, которая это позволяет. Или, например, вид на жительство, оформление. Также вот в самом начале октября все эти вопросы могут для вас встать на повестку дня, и вы можете их разрешить. Любые вопросы, связанные с заграничными документами. Это как ваши личные документы, удостоверяющие вашу личность, так и документы, подтверждающие ваш статус. Повторюсь, вы становитесь мужем или женой гражданина иностранного государства, либо вы затеваете бизнес, подписываете какое-то деловое соглашение с иностранцем, либо вы отправились учиться в университет за границей и там оформляете контракт с вузом и платите как иностранец, а не как гражданин страны в 2 или в 3 раза больше. В общем, я думаю, вы все это поняли. Вопросы денег тут же, да? Например, если вы заключаете брак где-то за рубежом, и вам нужно оплатить оформление документов, вам обходится дороже, чем тем людям, которые там резиденты и граждане. Думаю, вы все это прекрасно понимаете, если вы уже в этом, дорогие мои тельцы. Особенно это актуально для тельцов по асценденту. Для тельцов по солнышку вся эта история может проигрываться у вашего мужа или у вашей жены, либо у ваших детей. Для тельцов по луне та же самая ситуация. С большей долей вероятности это будет проигрываться либо у вашего мужа, жены, либо у ваших детей. Но и у вас, если вы пенсионер, повторюсь еще раз, да, также если вы ребенок, но думаю, что у меня тут нет детей, вряд ли, у меня по статистике почти нет людей до 18 лет, смотрящих мой канал, в основном все за 30, поэтому информация для вас. Также, если вы работаете на дому, это тоже может вас коснуться, вопросы документов, денег от иностранных государств, либо от иностранцев, либо от тех людей, с которыми вы живете, но они для вас иностранцы, или другой религии, или другой национальности, даже если гражданство у вас одинаковое. Что еще? Еще, возможно, суды и судебные разбирательства, дорогие мои тельцы, потому что у вас в седьмом доме, кроме Меркурия, который заходит сюда 2 октября, будет Венера, а также Солнышко и Новолуние уже в конце месяца. Меркурий, кстати, будет и ретроградить в вашем седьмом доме. Поэтому тематика седьмого дома, ну, очень актуальна для вас весь этот месяц и еще будет в ноябре. Кроме того, что это вопросы партнерские и брачные, брак с иностранцем, особенно если второй у вас брак официальный, либо повторный брак вы хотите заключить с иностранцем, то вот, пожалуйста, весь месяц. Также, если вы в отношениях с каким-то представительным человеком, с государственным служащим, либо вы сами государственный служащий, с богатым человеком, либо вы сами богатый человек, с каким-то доктором наук, либо доктором медицины, с каким-то светило, если вы, к примеру, профессор, либо вы врач какой-то признанный, либо вы в отношениях с таким человеком. Журналисты, юристы, писатели, издатели, преподаватели, лингвисты и все люди, работающие с иностранцами. В этом прогнозе много раз скажу вам про иностранные
и все чужое, далекое, дальние земли и расширение в этом вопросе, потому что девятый дом и Плутон в девятом доме, но он может давать огромную, я не знаю, что это может быть. К примеру, вы работаете в турфирме, и вот просто придет поток людей проситься к вам куда-то в какую-то одну страну, чтобы вы помогли им отправиться. То есть это массы, повторюсь, Плутон — это массы. Чтобы вы понимали, что это за массы, то вспомните метро в час пик. Вот у вас может быть такие вопросы. Вы сами можете оказаться на таком массовом мероприятии, на какой-то забастовке, в какой-то революции. Вы можете оказаться и в прямом, и в переносном смысле. К примеру, на вашей малой родине случится бунт, и вы будете постоянно наблюдать за этими событиями через интернет. Но также может и к вам такая клиентура пойти, потому что седьмой дом – это дом клиентов, поэтому у вас может быть очень много клиентов. Просто очереди, особенно если вы работаете в сфере, связанной с финансом, с финансами. Если вы банковский служащий, банковский работник или у вас свой собственный банк. Также, если вы работаете с вопросами смерти, если у вас свое похоронное бюро, служба, если вы нотариус и оформляете завещание, если вы работаете в полиции, милиции, пожаре, в пожарных вот этих всех вопросах разбираетесь, пожарник, либо страхуете от пожара. Также, если это другие какие-то вот извержения вулкана, да, то есть все вот эти массовые бедствия, стихии, связанные с огнем, если вы каким-то образом к этому имеете отношение, для вас будет яркий период. Также для всех магов и волшебников, потому что Плутон также у нас отвечает за магию. Если вы работаете в суггестивной психологии, если вы гипнотерапевт, если вы... Что еще? Давайте вспомним примеры какие-нибудь. Если вы погружаете регрессивный гипноз, да, если вы помогаете людям вспомнить свои прошлые жизни, тоже у вас будет много клиентов в этот период. Да, седьмой дом – это дом собственного бизнеса, поэтому вот если вы хотите открывать свой собственный бизнес, пожалуйста, Меркурий в Скорпионе со 2 октября, 8 октября еще лучше сюда заходит Венера. Вот рекомендую вам, если вы открываете свой бизнес с 8 по... Ну, давайте возьмем по 14-е. Да, по 14-е. Хорошо. Дальше Луна будет убывать не слишком-то благоприятно. Но вот 23-го уже Солнце зайдет, Скорпион, поэтому улучшится ситуация. Однако еще лучше будет с 28 октября, когда уже и новолуние случится в вашем седьмом доме. Поэтому если вы открываете бизнес, а также сделку заключаете крупную с иностранным партнером, либо с любым другим партнером бизнес-сделку, а также для того, чтобы выйти замуж, расписаться первый раз с иностранцем, либо второй раз, то периоды со 2 по 8 и с 28, ага, а тут ретро-Меркурий, значит только 28, 29 и 30, и все. Ну вот, значит, берите только 2-14, да? Да, действительно, 2-14, потому что есть ретро-Меркурий, уже лучше не надо, в октябре вообще ничего не надо, с 1 по 20, ой, в ноябре вообще ничего не надо с 1 по 20, потому что там ретро-Меркурий. То есть, если вам нужно подписывать документы, то делайте это в октябре. В ноябре ретро-Меркурий, возможно, ошибка, опечатка, чепятка, пересчет, недосчет и все остальное. Поэтому, пожалуйста, для заключения контрактов деловых и брачных вам октябрь дан, особенно до полнолуния. Полнолуние также выдастся для вас очень интересным, потому что, несмотря на то, что случается оно в Овне, в вашем 12-м доме, однако в этот же самый день, уже вечером, Луна перейдет в ваш знак зодиака, в Телец, 14 октября, полнолуние в Овне и уже Луна в Тельце ближе к вечеру, если вы живете в часовом поясе плюс 3. Если не в плюс 3, значит там плюс-минус, считайте, еще час-два или сколько у вас разница с часовым поясом плюс 3. Так вот, полнолуние важное для вас. Оно может сыграть прежде всего по здоровью. Берегите свое здоровье в районе этого полнолуния и позаботьтесь прежде всего о своем психическом здоровье. Ну а дальше вы можете обнаружить обновление себя, своей личности. Конечно же, такая белая луна принесет вам, если вы лунный телец, свадьбу. Это
девушка в фате полнолуние. Если вы смотрите этот прогноз по Луне, возможно для вас свадьба, возможно просто предложение руки и сердца, либо признание любви, либо помолвка, либо какой-то очередной этап, виток в ваших отношениях. В то же время, если вы хотите разорвать отношения, то лучшего периода просто не придумать. Итак, дорогие тельцы, внимание, 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 если вам нужно расторгнуть брак, развестись, разорвать отношения, разорвать документ какой-то, то подходит время 14 октября и по 28 октября. Пожалуйста, пользуйтесь моментом для развода, для разрыва и так далее. Может быть, кто-то из вас не может развестись, а надо уже следующий брак заключать. Вот здесь, скорее всего, получится решить эти вопросы с документами, с разводом, если вы предпримете максимум активности в первую половину месяца. Весь месяц в вашем шестом доме работы Марс. Ну, почти весь месяц, не совсем, потому что заходит он сюда 4 октября. Марс в доме работы дает вам очень много заботы о своем здоровье, особенно в районе полнолуния, позаботьтесь о своем здоровье. Также он дает вам очень много работы на работе и дома, в быту. Не конфликтуйте с домочадцами, с теми, с кем вы работаете, с коллегами. Также, может быть, в этот период будут агрессивны ваши домашние животные, поэтому побеспокойтесь о них, потому что если вы будете замечать такую агрессию, скорее всего, она вызвана дисбалансом в их организме, болезнью. Да, вы можете не замечать, а ваша собачка больна, поэтому агрессивна. Либо собачка ваша передает вашу психосоматику, да, срабатывает как сигнификатор. Кстати, и дети могут срабатывать как сигнификатор ваших собственных проблем. Поэтому если дети и домашние животные будут слишком агрессивны, значит, вы подавляете агрессию. Значит, вам нужно всем пойти и провериться. Месяц благоприятен для того, чтобы действительно заниматься здоровьем как вашим собственным, как ваших детей, так и ваших любимцев домашних и вообще всех ваших домочадцев. Если вам нужно и важно, а вам, скорее всего, это понадобится, приглашайте домой каких-то рабочих, работников, помощников, которые будут вас частично разгружать. Итак, мои дорогие тельцы, месяц, вот знаете, с одной стороны, очень хороший, вроде бы и Венера в седьмом доме, и Солнце в седьмом доме с новолунием, и Меркурий в седьмом доме, но, тем не менее, все это будет непросто. Да, вы сможете заключить союзы, многие союзы, если у вас прям клиенты, это будет много договоренностей, много контрактов, контактов и договоров. Или вы можете в этом месяце успеть и развестись, и жениться, как, к примеру, или повторно на том же самом человеке жениться или выйти замуж за того же самого. Но, тем не менее, это будет в значительной степени для вас нервотрепка, должна вас предупредить. Поэтому вам очень важно при этом беречь свое здоровье. Вы сможете многое. Особенно благоприятен период для тех, кто работает с деньгами, для тех, у кого накопился, уже создался, образовался капитал для того, чтобы вложить этот капитал куда-то, в какой-то надежный банк, возможно, иностранный, либо открыть свою фирму наконец-таки, да, стартовый капитал у вас появляется, и вы открываете свою фирму. Кстати, здесь может быть фирма не только ведь по Плутону, но и по Венере, это может быть что-то связано с красотой, поэтому с красотой, с питанием, какая-то выпечка, цветы, одежда, бутик, это вот с 8 по 14. Если же у вас какие-то бумажки, информация, какой-то вы свой сайт хотите открыть, интернет-бизнес, какой-то блог начать вести, то это со 2 по 14. Вот, да, то есть не только, да, по Плутону, который разворачивается, но и здесь. По новолунию 28 октября, ну, очень возможно, что кто из вас одинок, найдет любовь, либо по ретро-Меркурию 31 октября вернет ушедшего возлюбленного. Поэтому все шансы у вас на успех есть, все карты на ваших, в ваших руках. Вы можете здесь все что угодно придумать, а в ноябре, когда будет ретро-Меркурий, вы сможете все передумать. Поэтому даже если совершите ошибку, дорогие тельцы, у вас будет 20 дней, первые 20 дней в ноябре, чтобы это исправить. Поэтому рискуйте. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Берегите своих близких, родных, особенно тех, которые живут за границей. И также берегите себя, если вы сами живете за границей. Всего доброго!